подготовились к посадке. Ждем автобуса. Сейчас рванем. Что, скачем, едем. Сейчас куда-нибудь доедем, пересядем на другой вид транспорта. Ближе к центру выскочили из автобуса. Сейчас покатаемся в трамвайчике. Здесь вот такие табло информационные, электронные, информационные. А билетики можно купить вот в таких вот аппаратах. Весь транспорт имеет характерную окраску для флага Варшавы. Желтый, красный и знак русалочки стилизованный. Народовый стадион.
Подъехали к метро. Сейчас попробуем прокатиться. Здесь лифт. Пусть пенсионер ездит. И это все работает. Ну пойдем. Здесь билетный автомат. Так. Навигация. Что, куда? А вот что, куда? Неизвестно. Хе-хе-хе. Ну, пойдем посмотрим. Метрошная карта. Мы ее до сих пор, кстати, не скачали нигде, потому что не нужно. И схема вестибюля. А также схема. Также схема по карте города с нумерацией выходов. Что, одевай свою масочку. Погнали. Не знаю, велики складывать, не складывать. А, вот, не надо складывать велики. Блять, а где рамки? Где рамки? Где рамки? Никому не нужна безопасность. Вот смотрите, велосипеды не надо складывать. Проходим как есть. Блин, метро какое тихое. Вообще тихое. Табло прибытия. Не надо вглядываться в конец.
или в голову состава, чтобы увидеть, когда будет поезд. Черт, и на выходе рамок нет. Блять, Путина тут нет, он тут рамок наставил. Пожалуйста. Ватер-клозеты. Ой. А вот и эскалаторы прямо на улице. Черт возьми.
первый раз решили сегодня проехаться на электричке, потому что у нас вот такие баулы, мы петушки. Венечка Ерофеев также ехал. От этого и умер.